Алкогольная зависимость – одна из самых распространенных напастей современного мира. Она становится причиной разрушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди страдающих от данной зависимости все чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в эту кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. 11 сентября в России принято считать днем трезвости. И накануне мы обсудим проблемы алкоголизма. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Максименко Наталья Николаевна, заместитель главного врача краевого наркологического диспансера, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Горбатюк Нина Георгиевна, заведующая краевым центром медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра. Здравствуйте. Добрый день. И Южакова Ольга Викторовна, заведующая детско-подросткового населения краевого наркологического диспансера. Здравствуйте. Итак, давайте, наверное, начнем с того, что же такое алкоголизм. Порок это или болезнь? Замечательное, наверное, поставленный вопрос и тема. Почему? Потому что, безусловно, бытует несколько мнений в обществе у населения. То ли это распущенность, то ли это все-таки болезнь. Пороком сегодня так принято называть. Но я думаю, что начало все-таки идет с порока, а завершение, безусловно, болезнь. Поэтому врачи и занимаются этой проблемой, когда порок перешел в болезнь. Действительно ли сегодня алкоголизм – это такая серьезная проблема? Насколько мне известно, это задача номер один сегодня, да, решить, что делать с подростками пьющими, с женщинами, с мужчинами. То есть все группы населения, они находятся, по большому счету, в опасности, это так? Ну, это, вы знаете, мы не будем сильно здесь сгущать краски. Это одна из проблем, потому что это одна из вредных привычек. Но мы, как Центр медицинской профилактики, говорим, конечно, не как мои коллеги говорят уже о заболевании. Безусловно, алкоголизм – это заболевание, а мы говорим о вредных привычках. И формируются эти вредные привычки, безусловно, в детстве. Все из семьи. Стереотип поведения родителей, я считаю, конечно, это как педиатры, как врачи, как заведующие центра профилактики, я считаю недопустимым, когда родители попустительствуют, потакают, а иногда и подталкивают детей к употреблению или к первому такому дебюту пробования спиртных напитков. Это и смоченные пальцы в шампанском в Новый год, это и какие-то слабоалкогольные напитки, которые считаются, что ничего страшного ребенку не будет. Безусловно, от такой дозы ребенку не будет, но формируется стереотип поведения. Это можно, это прежде всего дозволено и дозволено в любом возрасте. Отсюда и произойдут дальнейшие проблемы, когда ребенок перестает быть контролируемым в первый свой пик подросткового созревания, это 11-12 лет, как раз это первые дебюты принятия алкоголя, когда начинает изменяться гормональный фон, дети начинают меняться, взрослеть, и все отсюда начинаются привычки плохо, если они идут в сторону употребления алкоголя. А есть еще отдельная группа такая людей, которая страдает именно пивным алкоголизмом сегодня. Я так понимаю, что это болезнь именно нашего уже современного общества. Раньше такого, наверное, не было. Ну, во всяком случае, я не слышала, если ссылаться на историю. Вот с чем это связано? Почему сегодня это так страшно? Это какое-то пиво уже с примесями с какими-то. Почему люди так на него подсаживаются? Я просто хочу сказать, что вообще, в принципе, в населении всего земного шара и в нашей стране существуют люди, никогда не пьющие, это определенный процент, и никогда не берущие в рот алкогольные напитки. И люди, которые в основном принимают их. И культура потребления алкоголя как таковая, она зародилась не сегодня и не сейчас. Она идет очень с древних времен. И, по сути дела, говорить о том, что это совсем такой запретный плод, наверное, не стоит. Мы будем себе противоречить. Но в определенном моменте, когда складывается действительно культура эта и формирует следующую личность, молодую, безусловно, здесь надо просто быть и понимать. Пивной алкоголизм, либо это винный алкоголизм, либо это какой-то еще другой, он может быть искусственно такое название идет, потому что в основе любого вещества спиртного лежит этиловый спирт. И он непосредственно-то и действующим является веществом. Просто сегодня культура, действительно в обществе, о чем вот я сейчас начала говорить, сводится к тому, что эта тема считается наиболее, или этот напиток считается в популяции, вообще в общем бытовом таком понимании, наиболее безопасным. Но это далеко неправильно, не так. Ну, может, я еще добавлю, конечно, что
Дети начинают употреблять именно с пива, так как оно считается слабоалкогольным напитком, и бытует мнение о том, что именно пивной алкоголизм, потому что больше, 90% детей, которые задерживаются за распитие спиртное, это пиво. А пиво достаточно часто продают детям, это же не водка, которые нельзя, а пиво можно. И у детей формируется зависимость, вкусовые особенности, что пиво, да, пиво можно, и вырастая 18, 19, 20 лет, толерантность очень сильно вырастает, и из детей, которые впервые попробовали, появляются больные взрослого возраста, которые употребляют в больших количествах пива, получая хронический алкоголизм. А есть ли какая-то детская статистика на сегодняшний день, например, в городе, в крае? Как часто сегодня дети сталкиваются с такой проблемой, подростки? Вы знаете, до 60% детей до 18 лет пробуют спиртное. Но не все попадают к нам в наркологическое отделение, так как основная масса, вот уже говорили о том, что детей начинают употреблять спиртное непосредственно в семье. И часто родители говорят о том, что ничего страшного, это пиво. Пиво можно, это не является алкогольным напитком. Как раньше, помните, везде писала пиво безалкогольное, да, завод пива безалкогольных напитков. И у нас у многих родителей до сих пор сформировано такое впечатление, что пиво не является алкогольным напитком. И дети, те дети, которые впервые попробовали и не стали больными алкоголизмом, да, они не попадают в наше поле зрения. А достаточно большой процент, которые начинают активно в последующем употреблять с первого разрешения родителей, они попадают к нам, и по статистике это больше 60% детей, которые употребляют спиртное активно. Такой вопрос, мне кажется, тоже достаточно важный. Человек сколько раз, я не знаю, в неделю, в течение какого времени, да, и сколько человек должен употреблять, чтобы считаться алкоголиком? Ну, я могу привести такие данные сегодняшние. Всемирная организация здравоохранения, наша Российская Федерация тоже придерживается сегодня этих данных. Такое понимание существует уже многие десятки лет, как понятие одной алкогольной единицы или одной единицы условной, которая может быть принята человеком, и она может быть безопасной. Это 10 грамм этилового спирта, когда человек его принимает, и в течение часа особенности организма таковы, что организм может утилизировать до воды и выдыхаемого углекислого газа. Вот такая доза. Но мы, к сожалению, не знаем, где и в каких количествах она может быть. Вот мы сейчас коснулись пива, и с него хочу начать. Это 250 миллилитров пива. И если это принимать за одну условную единицу, то вот тогда и можно расчеты делать. Если это вино сухое 12% до 12%, то это 100 миллилитров вина. Я в миллилитрах говорю, потому что это более в населении принято. Если говорить уже о крепленных винах, те вина, которые содержат сахар и 18 градусов крепости, то это уже другие совершенно цифры. Это уже 70 миллилитров. Посмотрите, как мы снижаемся, потому что крепость возрастает. И напитки крепкие, это водка традиционно, коньяки 40 градусов и выше, ром – это 30 миллилитров, который может безболезненно или безопасно расщепиться до воды и углекислого газа в течение часа у человека. Но, к сожалению, вот это вот, наверное, общепринятые цифры во всем мире, они, к сожалению, нашим населением не очень используются. И мы, или, быть может, мы не всегда говорим об этом. Но сегодня это актуальная тема. Почему еще такая важность большая? Потому что у женщин и мужчин это тоже разные цифры. Предположим, а почему? Потому что мы отличаемся друг от друга. Разные организмы. Конечно, это гормональные фоны разные. И в зависимости от этого мы можем справиться с теми или иными задачами по-разному. И в частности, при встрече с алкоголем, откуда у вас и возникают вопросы, что такое, вот сейчас вы говорили, женский и мужской алкоголизм. Да, он есть, безусловно, разница есть. Но чтобы понять, как это может быть использовано практически, надо очень хорошо понимать, сколько в неделю, например, может выпить женщина, безопасное, безрисковое потребление алкоголя.
Я могу сказать, дополнить, что мы как Центр медицинской профилактики, основываясь на, безусловно, с нашим краевым наркологическим диспансером, подготовили такую методичку для населения, и мы ее согласовали с нашими уважаемыми специалистами, и мы ее сейчас разошлем во все медицинские наши организации. То есть можно будет там ознакомиться? Конечно. Да? И там как раз приведены эти цифры, о которых сейчас Наталья Николаевна дальше расскажет. Конечно, да, нормы есть. Это норма безопасного потребления. И мы, да, об этом, и мы поработали над тем, чтобы люди уже читабельно видели это. И я думаю, что средства массовой информации тоже нам в этом очень помогут, мы, если люди будут знать, эту сколько можно выпить, чтобы это было безопасно. Да, но вот этот вот безопасный прием, он тоже может быть либо на уровне, он, безусловно, не фиксированная цифра, она имеет определенные низкие границы и более высокие, так называемый коридор есть. Если, конечно, человек понимает это и придерживается вот этого коридора, предположим, 100 грамм в сутки или 200 грамм в сутки женщина может быть выпить сухого вина, не более, то это будет относительно безопасно. Но, к сожалению, вот в нашей стране, в частности, есть такое понимание, как прием ударных доз, когда за очень короткий период времени, за 1,5-2 часа, например, какого-то застолья, мужчина взрослый выпивает 8-9-10 единиц таких вот крепких напитков, и в виде крепких напитков, конечно, это всегда стресс для организма. Даже если тот организм еще не имеет зависимости, но он вгоняется в состояние стресса. А расскажите наглядно, людям же как нужно прям на пальцах объяснять все, чтобы они понимали. Давайте это сделаем. Вот насколько сильно влияет на здоровье такая вот ударная, например, доза алкоголя? Что происходит с организмом в этот момент? Я понимаю, что, конечно, совсем подробно мы не сможем рассказать, но тем не менее. Ну, может быть, я начну с детей. С детей, конечно. Что когда наши дети... Ну, во-первых, то, что говорила Наталья Николаевна, я хочу добавить, что для детей вообще не существует, нормы употребления. Да? Это только взрослые женщины и мужчины. Для детей запрещено употреблять, так как любая доза алкоголя для них является токсической. И очень часто наши дети начинают употреблять спиртное, когда они сбрасываются, покупают... Например, там 5 литров пива и на 3 человек, и каждый считает, что надо выпить ровно столько, сколько он внес денег. И первое, конечно, то, что с ними происходит, это алкогольная кома, и они попадают в токсическое отделение, и не всегда оттуда выходят. Достаточно. То есть даже до летального исхода? Даже до летального исхода. Неважно, сколько ребенок выпьет. Бывает даже так, что с небольшой баночки коктейля ребенок может потерять сознание и погибнуть. Хотя коктейли, кажется, что там небольшое количество алкоголя, и они сладкие. Для детей вообще дозы не существуют. Человека свой, правильно, состояние здоровья. Непредсказуемые реакции у детей наиболее выражены, нежели у взрослых. Уже да? Потому что не сформировавшаяся вот эта вот система, к сожалению, реагирует на алкоголь парадоксально. Совершенно не так, как это надо объяснять ребенку заранее. И это, конечно, объяснение все-таки должно идти из семьи, начинаться в семье, потому что ребенок же видит, что в семье идет потребление алкоголя. Он берет пример. Конечно, да. Поэтому ему надо объяснять, а почему ему нельзя? Она взрослый организм. Вот мы говорили о норме, да, которая есть. Вот человек употребил сверх нормы уже алкоголь. Что происходит в организме? Какие процессы? Ну, я могу ответить на этот вопрос с точки зрения смертности как таковой в популяции человеческой, потому что это во всех практически странах существуют такие понятия в обществе, как смертность, и статистически это все доказано. Смертность, связанная с приемом алкоголя. И это отслеживается, по сути дела, наверное, ни одной страны нет сегодня заинтересованной в сохранении своей популяции, которая не отслеживает. И в Российской тоже Федерации, и в России у нас тоже это делается. К сожалению, вот эти вот ударные дозы или менее чем ударные дозы, они, безусловно, отягощают в первую очередь сердечно-сосудистую систему. Это инфаркты и инсульты. Во вторую очередь идет эта желудочно-кишечная система. И, по сути дела, нет ни одного, наверное, органа или мишени, так называемой, в организме, на которую алкоголь не действует отрицательно. Ольга Викторовна здесь замечательно сказала,
Как бы мы ни хотели украсить или красиво преподнести спиртное, но это токсическое вещество, и надо об этом помнить. Это этиловый спирт. И он только в определенных количествах может быть усвояемый. В остальных, более высоких дозах, он и на взрослого оказывает токсическое действие. Ну, такая маленькая доза яда, которая немножко иногда человеку бывает... Нельзя говорить о пользе. Мы как врачи просто, ну это прямо морально говорить о пользе ядов. Но нет, конечно, нет там никакой пользы. Другой разговор, что кардиологи всего мира говорят, что на самом деле это действительно статистически доказано, что люди, которые совершенно и абсолютно никогда не употребляют алкоголь, к сожалению, их сердечно-сосудистая система поражается более часто, чем те, которые употребляют, но безопасные дозы. Мы сейчас не говорим о тех людях, которые принимают всю неделю, ждут этой пятницы. Ведь культура питья на сегодняшний день в Российской Федерации, у нас в Приморском крае, мы ее видим, мы живем здесь. И я живу в центре города, и все красивые, крутые клубы находятся у меня тут рядышком. И я вам могу сказать, что пятница – это такой срыв. Срыв эмоций. Всю неделю люди копят, молодые люди совершенно трудоспособного возраста, которые должны рожать детей. То есть это люди, которые еще даже, наверное, и не вступили в брак, потому что в клубы обычно ходят люди для того, чтобы познакомиться, все большей частью, такая форма коммуникации. И что они там делают? И происходит ударное абсолютно употребление токсического продукта со всеми совершенно вытекающими отсюда последствиями. Плюс пятница считается таким днем разгрузки от всего. Но никогда алкоголь, повторяю, не будет являться психологической разгрузкой для вас. Спортзал – да, книга – да, но не алкоголь. Алкоголь усугубит эту ситуацию, потому что на самом деле ко всему тому, что у вас было, добавятся еще и проблемы со здоровьем. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проблемах алкоголизма. Я думаю, что стоит остановиться все-таки уже на том, как бороться, куда обратиться за помощью. Давайте, наверное, начнем здесь с детского алкоголизма. Началось 1 сентября, дети пошли в школу и начали отмечать употребление в спиртное 1 сентября. Достаточно большой процент детей был задержан 1 сентября за распитие спиртного. Когда они попадают на комиссию по делам несовершеннолетних, часть родителей даже не знает о том, что их дети употребляют спиртное. Я хотела бы обратиться к родителям, что, уважаемые родители, внимательно смотрите за своим ребенком. Если он к вам приходит в каком-то не том состоянии, глаза горят, попросите, чтобы он дыхнул, потому что часто от ребенка пахнет алкоголем. Ребенок уходит в свою комнату, закрывается и говорит: «Все, мама, я устал, я пошел спать». Всегда все начинается с первой рюмки. Весь алкоголизм начинается с первой рюмки. А если, дорогие родители, увидели, что ребенок употребляет спиртное, обратитесь к нам на Нерчинскую, 42. Детей, которые к нам приходят самостоятельно с родителями, мы на учет никого не ставим. Мы оказываем им анонимную помощь. Нерчинская, 42, телефон 242-84-79. У нас работают психологи, которые могут поработать как с ребенком, так и с мамой, семейная психотерапия для того, чтобы прекратить употребление алкоголя в самом начале. Потому что когда уже разовьется хронический алкоголизм, будет уже просто поздно. Ну и безусловно, центр здоровья. Безусловно, центр здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра тоже в помощь. Пожалуйста, полис и свидетельство о рождении ребенка. И придите, пожалуйста, и врач обязательно задаст этот вопрос. Он увидит, потому что оценивается статус. У нас квалифицированные специалисты. Это тоже все совершенно по программе государственных гарантий. Никакой оплаты здесь не взимается. Если говорить о взрослых, человек понимает, что у него проблема, что уже что-то не так. Куда обратиться, если он, конечно, готов это сам сделать, потому что, как правило, это все отрицается, естественно. Конечно. Да? Это вы идеальный случай предложили, что человек понял. Да, действительно, вы замечательный поставили вопрос, потому что, конечно, в популяции вообще у человека существует первое – это отрицание. У меня ничего не происходит, и я как все. А вторая беда, которая следующим приходит мыслью, я не хочу туда идти, потому что я буду
отличаться от других, что я обратился за помощью. Это ложные такие понятия. И, конечно, тот человек, который беспокоится о себе или идет хотя бы к врачу, а к врачу можно прийти на Станюковича 53 в городе Владивостоке. В крупных городах у нас, как Уссурийск, Находка, Артем, тоже существуют наркологические диспансеры, куда можно обратиться. В программе госгарантии нету никаких проблем. Но если человек вдруг сомневается и он не хочет пойти, и по своим документам у нас первичная консультация тоже бесплатна. Он может пойти под другой фамилией на первичную консультацию. Конечно, затем, когда обозначатся проблемы, и врач скажет, что ему делать, безусловно, тогда надо принимать решение. Но существуют амбулаторные программы, существует дневной стационар. При стационаре у нас, когда человек не выпадает из социума, ну и, конечно, реабилитационные программы, которые позволяют человеку восстановиться, но не за быстрый период. Вот это ложное понимание, что я сегодня пришел, а завтра буду здоров, к сожалению, к алкоголизму не относится. Надо, безусловно, поработать не менее 2-3, а то и 6 месяцев для того, чтобы каким-то образом переформировать свое мышление по отношению к алкоголю. Прийти к какому-то результату. Да. Ну, а мне хотелось бы сказать, что существует несколько простых вопросов. И вот, пользуясь случаем, хочется сказать, это такое легкое анкетирование самого себя. Ответьте себе на вопрос. Честно. Честно. Ну, вы же себе отвечаете. Хочется ли вам выпить после вот этой безопасной дозы? Если вы выпили бокал вина, хочется ли вам продолжить? Это первый вопрос. Второй вопрос. А впадаете ли вы в раздражение или даже в ярость, если окружающий или даже близкий вам человек говорит вам о том, что вам необходимо уменьшить количество употребляемого алкоголя? Это второй вопрос. И третий простой вопрос. Хочется ли вам выпить утром? Если на один из этих вопросов вы ответили положительно или вдруг, того страшнее, если об этом говорит ребенок ваш, ну это прям страшная ситуация, то наши специалисты краевого наркологического диспансера и детская служба, и взрослая служба готовы помочь этим людям и этим семьям безусловно. Я хотела бы сказать, сейчас еще такая тенденция у нас появилась, это новый последний год. Практически это во всем мире и у нас в Россию пришло, когда существует понимание даже у лиц с зависимостью от алкоголя. Существуют сегодня медикаменты, я не буду называть их какие, которые позволяют снизить дозировку или прием, количество приема алкоголя и его частоту, и позволяют в конечном итоге удерживаться на достаточно безопасных дозах. Это впервые. Поэтому такая тоже есть программа, и пусть люди не боятся. У нас еще есть хозрасчетный анонимный кабинет на 40 лет Комсомола, 19, в жилом доме. Там принимают вообще практически анонимно, но там, конечно, прием платный. Но я тоже вот людей, которые хотели бы что-либо для себя сделать, тоже призываю, приходите. Спасибо вам за то, что вы делаете. И вот, к слову, как раз об этом я хотела сказать, что сегодня, накануне Дня трезвости, вы на радиоэфирах, вы активно работаете с населением, и это не только сегодня, конечно же. И, может быть, есть какие-то программы, куда можно прийти послушать лекцию. Вот вы сказали, есть методичка, да? Что еще, где еще люди могут познакомиться сегодня? Вы знаете, на самом деле, вот центр, краевой центр медицинской профилактики, как собственно, таки организационно-методический орган в этом нашем большом общем деле профилактической работы, мы снимаем видеоролики, которые потом идут к демонстрации в лечебных заведениях, а в общем-то каждый человек во взрослых и в детских, человек раз в год все равно попадает в то или как-то сталкивается с первичной медико-санитарной помощью, будь то участковый врач, будь то фельдшер участковый, будь то участковый терапевт, и на демонстрационных экранах в детских поликлиниках, во взрослых поликлиниках, в диспансерах, в стационарах, везде крутятся наши видеоролики, которые подготовлены Центром медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра. Это впервые. Вот мы с января начали работать в таком составе, в составе крупного тоже лечебного учреждения, и мы вот такую форму работы у себя внедрили. Дальше у нас есть такой проект «Прогулка с врачом», о которой мы очень часто говорили, и в рамках этой прогулки мы точно так же информируем население в преддверии этого дня. Прогулка в том числе будет содержать эту информацию, где мы раздаем буклеты, брошюры, где вот все о том, чем мы сегодня говорили, они содержат совершенно прикладную информацию. Сколько можно, сколько нельзя, какой процент, на какие вопросы ответить.
ведь они содержат анкеты. Поэтому ту же работу мы планируем делать и в общеобразовательных учреждениях. Мы очень тесно работаем с профтехобразованием, и там точно так же вся наша информация есть всегда. Очень тесно директора работают, и департамент образования всегда очень приветствует наши взаимоотношения. А на Нерчинскую, 42, можно подойти родителям, задать любые вопросы, связанные и с алкоголем, и с токсическими веществами. Даже если ребенок не употребляет, не состоит у нас на каком-то контроле, мы всегда ждем распростертыми объятиями. Родителям мы дадим любую консультацию, какая их будет интересовать. К сожалению, наше время вышло, нам пора заканчивать этот серьезный разговор. Еще раз хочу вас поблагодарить и подчеркнуть, подытожить наш разговор тем, что сегодня делается все для того, чтобы помочь людям бороться с этим страшным недугом, с этим бичом не только современного общества. Поэтому обращайтесь за помощью, прислушайтесь к вашим близким, которые просят вас завязать, бросить это дело. Не бойтесь, приходите, врачи помогут, специалисты помогут. Сегодня действительно для этого есть все. Это была программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. Увидимся на 8-м.